Отже, радий представити нашу ранкову гостю, дипломованого інструктора з пілатесу Юлію Жданюк. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. Отже, сьогодні поговоримо на тему, яка болюча для багатьох, особливо для дітлахів, які зараз пішли до школи. Першачкам взагалі це незвично, що їх змушують сидіти, а не бігати, як завжди, їм за хорошою традицією можна знімати верхи. Ну, а звичайно ж, ті, хто вже не перший рік у школі, вже знають, що це таке довго сидіти, коли потім вже починає навіть у юному віці поболювати. А що робити в даному випадку, як дорослим, так і дітям, і чи є різниця в цих вправах? Ну, начнемо з того, що дійсно сидіння довго на одному місці – це не добре ні дітям, ні взрослим. Більше того, наша школьна система, к сожалению, випускає випускників не тільки з якими-то знаннями і з підготовкою до великої житті, але й, як правило, там, з дуже великим процентом сколіозу, заробленим від усердя сидіння за партою. Конечно, сидеть долго в одном и том же положении, даже самым правильным, это нехорошо для всего организма, и в первую очередь для позвоночника, поскольку это наша опора. Самое лучшее, что можем делать мы для нашего позвоночника, это движение. Угу. Поэтому даже физиологически очень сложно бедным детям высидеть эти 45 минут. И помнится традиция еще советских времен, когда первоклашки, в первую очередь, периодически поднимались после усердного писания, делали чудесную зарядку пальчиками, кто поколение постарше 100%. Помнит, считалочка была веселая, там мы писали, наши пальчики устали, да. Совершенно верно. Замечательная штука, я считаю, что она могла бы тоже немножечко расслабить, поскольку сейчас кисти получают двойную нагрузку, не только письмо увлекает наших детей, но и замечательные гаджеты, которые все время требуют активности одного пальца практически. Поэтому это замечательная штука, рекомендую. А если говорим о упражнениях, да, для каких частей тела, ну, понятно, вот для рук, но для спины что еще можно делать? Понимаете, поскольку мы, слава богу, все живы, поэтому отдельно для какой-то части тела можно, конечно, об этом говорить, но это не имеет такого большого смысла. Поскольку в нас циркулирует и кровь, и лимфа, и все жидкости должны быть в движении, да? Конечно. Мы можем подвигать то, что мы можем сделать и вы на рабочем месте, и люди в офисе, и дети в школе. Мы всегда можем подвигать с ногами, делая круги стопами в одну, в другую сторону, вытягивая пальцы или пятки. Это упражнение также хорошо и рекомендовано, например, в длительных переездах, в авиаперелетах. Вот зачем такие высокие стулья. Я думаю, зачем они нужны? Для того, чтобы правильно себе двигать. А я все время думаю, зачем же оно, зачем? Все, теперь спасибо большое руководство за такие высокие стулья. Видите, забота во всем. Вот. Ну и, конечно же, есть положение правильной головы, потому что человек, когда очень долго куда-то смотрит, чем-то увлечен, у него выдвигается голова вперед, нарушается нагрузка на шейные позвонки и, соответственно, боли в шее. Поясница. Очень часто человек, детки особенно, они устают, для них это очень жестокая штука просидеть столько времени, непривычная, противоестественная. Поэтому они начинают как-то находить свое положение, если это постоянное изменение. Для них это хорошо, в классе их, как правило, дергивают, не крутись. Чего нельзя делать, нежелательно, это сползать, мы как-то говорили на одном из наших классов, что сползать и провисать вот таким образом, ноги куда-то сложить, это не очень красиво. Иногда так очень удобно. Верю, это иногда кажется очень удобным, но в этом положении тоже долго сидеть нельзя, потому что перерастягиваются связки поясницы, и потом такой человек может подняться, встать, я не знаю, завязать шнурки и говорит, ой, у меня там что-то случилось со спиной вдруг. Это не происходит вдруг, это накопилось и просто уже была эта готовность сработать. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать для нашего тела, это движение. Самые простые, есть разные названия, разные инструменты, пилатес, есть суставная гимнастика, оно все перекликается, поскольку наше тело может делать сгибания, разгибания, ротации, какие-то комбинации с этим всем. Ничего другого мы сделать не можем с нашим телом, поэтому все упражнения где-то похожи. Поэтому, если у вас есть ступеньки на работе, либо в школе, соответственно, двухэтажные чаще всего, поэтому можете побежать вниз, вверх и так далее. Но если мы говорим об активности, да, все-таки в любом случае не просто из-за нашего желания мы все время сидим, а по потребности, да. Но когда стоит делать вот эти перерывы, какое оптимальное время, чтобы сидеть ровно или, не знаю, сгибаясь, но все-таки сидеть, а потом вот активность? Вы знаете, в принципе, вот я начинала с этого, еще раз повторю, что идеальная ровная осанка, мы вас выстроили. И если вы так посидите хотя бы минуты три, вы устанете.
Поэтому все равно это должно быть все время какие-то изменения в вашем теле для того, чтобы не было вот этого неприятной нагрузки и каких-то проблем в итоге со спиной. Если вы длительно вынуждены сидеть, то это 30 там, минут, 45 минут примерно, поэтому, видимо, и уроки так устроены, вот, что это такой предел такой активности сидя, и вы должны что-то встать, поделать, потянуться, встать обязательно, походить, сделать все вариации кошки, очень красивые упражнения, очень полезные упражнения. Очень простое, поэтому его можно делать от любой поверхности, от стены, от стола, никаких сложностей в этом нет. Мы обязательно сделаем отдельный класс, поэтому все расскажем подробно, потому что ну, это очень простое, доступное, очень классное упражнение деткам и взрослым. Так что, друзья, нет разницы, как, в каком вы возрасте, маленькие вы или уже взрослые, а самое главное, помните о том, что организм требует движения. Об этом утверждает уже не в первый раз и в постоянной рубрике, которую вы можете посмотреть на YouTube-канале. Кстати, там можете и почерпнуть упражнения, которые вам нужны для того, чтобы в офисе провести гимнастику для всех, кто там есть, кто у вас присутствует, скажем так, в кабинете. Поэтому вам спасибо большое за то, что вы сегодня к нам пришли, расставили еще акценты в этой теме. Но я думаю, что мы продолжим, и это не последний эфир. Ну а вам, друзья, напоминаю еще раз, YouTube-канал, заходите, смотрите постоянную рубрику, которую мы показываем вам также в эфире. Если не успеваете, все для вас в YouTube.